летняя премьера на канале «Россия». Познакомилась с мужчиной в интернете, а ему 40 лет. Он знает, что мне 50, но все равно хочет встретиться. Если женщина решила стать счастливой, ее уже ничто не остановит. Вы мне подходите, образованная, симпатичная. Простите, вы что, мне предложение делаете? Мам, ты хотя бы квартиру не продавай. Анна Ардова. Он очень интеллигентный. Особые приметы какие-то были? Да, он меня любил. 2 дня назад кинул женщину по той же самой схеме, что и у вас. Анна Хилькевич. Я убью его. Значит, действуем так. Нина Усатова. А я смотрю, вроде на подружек-то не похожи. А вы товарки по несчастью или скорее по счастью?